мы перекусили, вернее, даже плотненько позавтракали. Что вы тут смотрите? Что-то ищете? Выбор, конечно, здесь шикарный. Я наелся плотненько. Ты наелся, Ванюш? Да. Расскажи, что ты ел? Кашу мало. Все? Thank you. Просто эти штучки шоколадные. Блинчики, да? Еще я поем крышку. Кукурузный хлеб с маслом. Thank you. Булочку. И что? Хлеб попкорн назывался. Такой желтый-желтый, да? Да, вкусный. Он съел его весь. Да, кусочек. С маслицем. Нитка у нас что-то прям плохо кушает. Но ничего, она да? Ничего. Но она зато вот вчера она хорошо пообедала. И она ничего не пробует. Да. Ну, видишь, она у нас такая. Да, а я пробую. Ты молодец. Ну, ты взрослый уже. Да, сейчас пойдем колясочку заберем. Привезло такси прямо к зоопарку. И вот наша следующая. Пойдем вовнутрь? Да. Пошлите вовнутрь, да, тепло. Ты готов? Да. Hello. Вон она лежит. Питон, Ванюш, это питончик. Алла. Кто? Ты синий? А, вон он, Ванюш, наверху. Мама. Смотри, какой большой. Игуана. Ваня, заходите, пойдем в аквариум. Ого, рыбки. Ой, да, маленькие такие. Обезьянки. Смотри, какая у нее здесь обезьянка. Мандрил. Смотри, он какой. Угу. Давай, заходите. Аня, подойди к горилле. Фото. Вас что, горилла схватила? Аню не видно. Класс. Давай, давай, не бойся. Смотри, вот второй. Да. Ты с рук давай, не бойся, он не укусит. Только, чтобы он... Вот так, давай, молодец. Это же мальчик, вы кормите. Ой. Осликов покормили. Да. Да, покормили. Давай гипгипота. Гипгипота? Да. Аня, ты видел, какие они маленькие? Это пу...
и забрала. Они дрянцы. Да, козочки. Да. Коровы ням-ням. Это как? Это в Корее. Да, в Корее. Как это называется? Сурикаты, нет? Сурикаты есть в Корее. Эй, привет, сурикаты! Молодцы. Аня, теперь ты. Аня не хочет. Аня не хочет. Но Аня смотрит. Она за вами наблюдает. Ой, ой, дерутся. Пока не дерутся, будем кормить других. Ты всех отогнал. Ах ты ж хитрый. Не бойся. Нет, поднимай. Он должен взять у тебя вот так. Вот так. Видишь, он губами это делает, не бойся. Губами, он до тебя не докоснется. На. Держи. Губами, губами. Вот так, вот так. Аня, пойдешь фото делать с Ваней? Нет? О, Аню обними. О, мои детки. Ходит туда-сюда, туда-сюда. Красивый. Тебя лучше видно. Мается, мается. Ждет, что ему откроют, да? О, повернулся. Повернулся, Ванюша, скорее сюда, 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 сюда. Сюда. Он ушел. Земля, тут было земля. Да, если бы туда вызвали. Она видна. Ты черепашка? Класс. Как будет Павел Реаль по-русски? Павлинчик. Павлинчик, красивый. Черные лебеди. Класс. Это наша принцесса. Какой-то сиш. Вот они лежат в ведре. Ой, в этом колесе. Вдвоем. Так, пошлите. Вы прям одичали, я вижу. О, тут прохладно. Прохладно? Давайте отсюда не выходить. Съел. Ты видел, Ванюш? Барашка. А нет, это питон. Какой ты... толстый. Он огромный. Огромный. Какой-то ретикулат. Почему английский кажется? Преподаю курсы, обращайтесь. Ретикулат.
Радикулатед. Мам, смотри, самая длинная змея в мире. О, нет, конечно, она не самая длинная. О, еще есть фламинго-парк. Ну что, поднимаемся давайте. Давай. В момент, когда мне казалось, что мы парк весь прошли, оказалось, что здесь еще, наверное, полпарка. Если не больше, да. Что-то мало им креветок дают, да. Что-то да. Где мы тогда видели прям? В Абу-Даби. Только мы были в океанариуме. Там тоже есть отделы. Да, они прям... Да. Там вон кто-то еще. Короче, еще везде. Ого! Нифига себе, бобер! Это хорек! Нет, это подождите! Сейчас я вспомню. Капибара! Да, капибара! Капибара! Ух ты! Вот слона! Она туда побежала. Это ягуарчик, смотри, какой красивый. Побежали за тигром. Кто наблизал? Да. Вы это видели? Нет. Я увидел. Да, все, можно нажимать. Как? Садись, Панюша, с другой стороны. Сюда, Панюша, иди сюда. Правый руль. Так, а я могу вас заснять? Наверное, будет плохо. Вы что, въехали в стекло? Да. Кто вам права выдал? Мама, а ты что не в багажнике? Классно вот это обустроились. Мама, Панюша, ты будешь? Да. Сколько лет? Я танцую все креветками. Сын превзошел мать. Ну что, креветка родила креветку, все нормально. Коляска! Коляска, давай. Так, мы пришли на такую чайную, как не знаю, как такой поздний полдень, потому что здесь не только будут сладости, также будут сэндвичи. Мы находимся на 45-м этаже. В общем, здесь даже ни минуты не было, чтобы включиться. В общем, это такой прием пищи. Здесь и перекус в сэндвиче, и сладкое, и кофе, и напитки. Как бы можно было бы сказать, что это бранч, но, блин, сейчас уже ближе к вечеру.
это как будто бы между обедом и ужином. Ну, угу. По-русски, наверное, похоже. Но у нас он будет за место обеда, потому что мы не обедали, и как раз у нас будет такой вот обед с сэндвичами. Да, нам принесли тарталетки, очень вкусные. Принесли какой-то напиток. Я не поняла, что это такое. Но судя по тому, что оно поменяло цвет, я думаю, это заваренные вот эти вот цветочки японские, китайские, которые дают голубой цвет. И когда ты добавляешь какой-то другой ингредиент с лимоном, например, он окисляется и становится вот таким вот фиолетовым. Он красиво выглядит. И такие вот в таких бокальчиках я еще не видела. Нам принесли 5 разных сэндвичей. Да. Ванюше очень понравился вот это. С мясом, да? Мясной? Да. Вкусный, Ванюш? Да, с колбаской, сыром, томатом. Анюта у нас ничего не захотела пока. Я уже боялся. Вот с огурцом тебе, да, не понравилось? Попросила сок яблочный. Вот сок. Так что всем приятного аппетита. И музыка из Бриджинтон. Из Бриджинтон. Я узнал, кстати. Да? Да-да-да. Такие, как сладкие чипсы такие. Да. Бывают сладкие. И фруктики, да? Ягодки. Ну-ка, ты что себе выберешь? Я все попробую. Это, наверное, лимоновый, да? Да, это лимоновый. Это сливки. Так, следующий десерт. Банан. Мороженое. Это же правильно мороженое? Без понятия. И типа чизкейка, да? Что-то такое банановое. Будешь это? Ой. Будешь это пробовать? Садись. Еще принесли десерты. Наша спящая красавица. Уморилась. Нет, мы сейчас на смотровую площадку идем. Смотри, какая красота, Ванюша. Какое лобби здесь красивое. Пришли на смотровую площадку. Она 300 метров она высотой. 74 этаж. И отсюда открывается потрясающий вид, конечно. Ну, у нас из номера тоже хорошо все видно, но здесь еще тут в круговую можно ходить смотреть. Посмотрите, я покажу, где наш отель. Вот тут смотровая площадочка есть. Вот наш отель. А, да. Вот. Вон там. Да, вот этот нет, вот этот высокий нет, он те два. Да. Ваш. Увидел? Вот эту часть с нашего номера не видно. А она только строится. Смотри, здесь частные дома с выходом на этот вот, на воду. Мои креветочки. Че, мы на третьей? Ага. Че, на второй? На третьей. 4:35.
Так, пошлите, позанимаемся немножко спортом. Так, ищем. Спа. Нам не спа надо? Ну, парикмахерская есть. Да, туннель спереди. Мы, короче, узнали. Вот, ну и здесь тоже прикольно, смотрите. Тут, я так понимаю, есть какой-то бассейн небольшой. Людей, как видите, здесь полным-полно. Ваня, где все люди? Они на пляже. Как хорошо, когда мы забронировали весь отель для нас. Hello. Hello. Какие классные здесь сидушки. Ой, авария. А вон там. Там, блин. Там, там не видно, Ванюш, там не видно. Где машины? Ну не видно их. О, там мы завтракаем. Да. А вот терраса, которая есть. Ресторан. Сколько здесь зон классных. Смотри, из стекла все сделано и ветра нет. Вот мы сейчас отправляемся вот туда. Под вот этой дорогой. Прям снизу. На вот этом лифте. Ну, короче, сейчас, сейчас посмотрим. Тут на лифт? Солнышко! Джентльмен. А, здесь переодеваться можно. Когда наелись сладости, да? Туда. Все, идем. Нам нужно убить. Нам нужно убить два. Ох, нифига себе, подземный переход. Голубой мрамор. Чисто валялся, не таки сделаем стол. А почему бы? Ох, какая красота!
тут даже есть джакузи. О, горка. Это детская зона? Да. Мы идем на пляж, ребят. Вот сюда. Так, мы все узнали. Тут, короче, не нужно ни зачем ходить. Все тебе все приносят. Ну, блин, ну что это за рожка? Рожка ж. Давай туда. Куда? Давай сюда. Кто к этому всему быстро привыкает, так это дети. Все. Тут столики, напитки. Какие напитки, Вань? Напитки. Смешной. Давай купим. Пить нас надо с кайфом. Как тебе песочек этот? Класс. Мягкий? Да. Он идти буду сам. Ну подожди нас. Сейчас все вместе пойдем. Можешь пойти потрогать. Потрогай. Ну, тут не глубоко. Да. Хочешь надеть? Надеть. Hello. 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 Нет, не так. Теплые. Кстати, она не такая горячая, как в прошлый раз, да? Не так жарко. Но это аккуратно. Быстрые камни. Смотри. Угу. Аккуратненько, аккуратненько. Нет, нет. Все, беда, беда. Мы приехали в знакомое вам уже место, ребята. Мы тут как в прошлый нам. Раз. Ну, как и нам, да. И вам, и нам. Мы в прошлый раз здесь были. А нам нет. А вам нет. Мы тут ужинали с Катюшкой в ресторане. Но сегодня мы в этом же месте будем, но в другом ресторане. Вот этот желтый. А? Желтый наш. Думаешь, пора? А? Да, наверное, вот это, да. О, мы пришли. Здесь классно. Да. Парадиса. Да, нам сюда. Все, Ванюша сразу в пляс. Мы оливочки. Хочешь такую палочку? Держите. Это детям. Принцесса, что ты будешь кушать? Макароны? А Ваня будет пиццу, да? Ну, в конце концов, мы в итальянском ресторане. Ну да, вообще-то. Так, у деток уже еда, пицца, макарошки. Макарошки. А пицца горячая. Горячая, да, конечно, надо только дуть. Что принесли. Красавчики. Детям классно быстро принесли. Подожди немножко, мы на улице, она очень быстро остынет. Горячая? Вкусно? А ты уже съела. Вкусно, да. Аня? Ну и, естественно, это тоже подается. Как аперитив. Они загорают, лежат. Под лампой. А вот моя рыбка. Дуй, дуй. Наши первые коктейли за время отпуска. Легенький такой. Вкусненький? Угу. У меня тоже. Я не знаю, что внутри сейчас. Будем разрезать и пробовать. Хочу посмотреть прям, что там внутри. Выглядит потрясающе. Буррата. Thank you.
Ой-ой-ой. Камера с ума сходит. На улицу. Грустная Аня. Теперь страшные. Все, принесли десерт. Ей, десерт. Ванильное шоколадное мороженое. Это те спагетти, которые я хотела поесть в тальгетели, но их убрали из меню. Да, выглядит очень аппетитно. Это, наверное, что-то остренькое. Да, это какой-то соус. Пахнет очень вкусно. Это похоже на волка, нет? Детей заняли. Тишина. Хотя на десерт у детей было мороженое, ванильное и шоколадное. Они его очень быстро съели. Вкусное было мороженое? Да. Им выдали такие вот разукрашки, карандаши. И сейчас пришло время нашего десерта. Вкусно, скажи. Очень вкусно было, да. Мои спагетти были великолепны. И рыба тоже у меня была очень нежная, такая, да. Вкусная. Сейчас десерт. Подсвечивает еду. Да, светится красивый. Смотри-ка, слона. Большой космонавт? Фонтан? Супер! Тебя смотри. Не видно, иди сюда. Ванюша, смотри. Вас не видно там. А вот здесь мы были в прошлый раз. Да, это Барбоса. Здесь тоже очень вкусно, очень. Еще живая музыка была, когда мы посещали были его. Были уголки, я уже не помню. Были? Вот так не, вот? Не, мне кажется, не было. Мне кажется, что были просто... Что-то новенькое. Ой-ой-ой, меня сейчас задавят. Пока-пока.